дольше всего тянутся в последние секунды перед стартовым свистком. Вот и мы на состав Арсенала. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Нам показывают состав команды гостей. Мы видим здесь ту же комбинацию. 4-5-1. Похоже, здесь все будет зависеть от мастерства игроков средней линии. Как всегда, дольше всего тянутся последние секунды перед стартовым свистком. Вот и мы на состав Арсенала. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Нам показывают состав команды гостей. Мы видим здесь ту же комбинацию. 4-5-1. Похоже, здесь все будет зависеть от мастерства игроков средней линии. Как всегда, дольше всего тянутся последние секунды перед стартовым свистком. Вот и мы на состав Арсенала. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Нам показывают состав команды гостей. Мы видим здесь ту же комбинацию. 4-5-1. Похоже, здесь все будет зависеть от мастерства игроков средней линии. Как всегда, дольше всего тянутся последние секунды перед стартовым свистком. Вот и мы на состав Арсенала. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Нам показывают состав команды гостей. Мы видим здесь ту же комбинацию. 4-5-1. Похоже, здесь все будет зависеть от мастерства игроков средней линии. Как всегда, дольше всего тянутся последние секунды перед стартовым свистком. Вот и мы на состав Арсенала. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Нам показывают состав команды гостей. Мы видим здесь ту же комбинацию. 4-5-1. Похоже, здесь все будет зависеть от мастерства игроков средней линии. Игроки Арсенала разыгрывают мяч. Первый тайм начался. И посмотрим, какую игру сегодня нам покажут команды. Эль-Нени. И есть вариант, куда сделать пас. И пробил. Анджело Огбон. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Хорошо мяч перехватили в атаке. Жак. Лихштайнер. Эктор Бельерин. И разрезающий пас на ход. Обамиян. Есть! В штрафной адресаты. Навес нужен.
Не получился навес, будет удар от ворот.